Бобруйский санаторий имени Ленина расположился на берегу красавицы Березины. Это одна из старейших здравниц Беларуси, которая в этом году отмечает 70-летие. За эти годы название санатория превратилось в настоящий бренд, о котором знают далеко за пределами нашей страны. Основной наш профиль – это заболевания, болезни костно-мышечной системы, заболевания сустава, заболевания позвоночника. Этот профиль нам примерно составляет 65% наших отдыхающих. Кроме этого, это заболевания органов пищеварения, заболевания нервной системы, урология и гинекология. Высочайшее качество медицинских услуг обеспечивает высококвалифицированный медперсонал. Санаторий обеспечен только самым современным оборудованием и может предложить своим клиентам эксклюзивные услуги. Имеется два источника для питья минеральной воды и два источника для приема минеральных ванн. Сейчас мы зайдем в питьевой бювет и как раз попробуем нашу минеральную воду. Вот это наш четвертый источник. Пожалуйста, попробуйте. В 2013 году у нас вместе с Академией наук по как раз четвертому источнику проведена научная работа, где доказано лечебное действие при заболеваниях печени и поджелудочной железы. То есть я сейчас немножко почистила печень? Абсолютно верно. Визитная карточка и гордость здравницы – собственная грязеводолечебница. Ну, в грязевом отделении мы отпускаем процедуры общего грязелечения, полостного грязелечения и электрогрязелечения. Ну вот процедура общего грязелечения. Продолжительность процедуры 20 минут. Здесь я не впервой. Хочу сказать, что все на высшем уровне. С каждым годом все меняется, возобновляется. То есть очень хороший обслуживающий персонал, компетентные специалисты. Ну, довольно. Вот подлечиваюсь. Если вы желаете пройти совсем уж экзотическую процедуру, санаторий вам предложит герудотерапию или лечение пиявками. За многие годы она доказала свою эффективность. Скажите, пожалуйста, это те вот пиявки, которые в болотах, речках водятся? Нет, это нам привозят специальные пиявки медицинские. Вот, они имеют сертификат качества, и они у нас одноразовые. То есть мы их потом не используем для других. Скажите, пожалуйста, поставите мне пиявку? Конечно. Рискну. Славится санаторий и своей рефлексотерапией. Этот нетрадиционный метод лечения в сочетании с другими очень эффективен. Метод применяется довольно широко, показания широкие. Для каждого человека мы подбираем специальный рецепт. Кроме медицинской, в санатории превосходная материально-техническая база. Клиентов здесь принимают круглогодично. Единовременно в здравнице могут отдохнуть 300 человек. Санаторий работает по системе All-Inclusive. В путевку включены 9 видов медицинских процедур и питания. Здесь разработано трехнедельное заказное меню. Есть фирменное блюдо и блюдо белорусской кухни. Люди заказывают то, что они хотят. У нас 4 формы диеты. И, в частности, у нас есть диетическое питание. У нас сахарный диабет еще включается. Кормим мы 5 раз в день. Это, значит, завтрак, 11 часов для диабета, обед, полдник обязательно, тоже для диабетиков, ну и, естественно, и ужин. Досуг в санатории организован так, чтобы отдыхающие не скучали. Любители активного отдыха могут заняться спортом, люди творческие – поучаствовать в культурно-увеселительной программе. Да и просто здесь приятно прогуляться по шикарным аллеям парка или полюбоваться на красавицу Березину со смотровой площадки. И стоит все это удовольствие примерно 400 тысяч белорусских рублей в сутки, а для членов профсоюза и того меньше. У нас различные есть оздоровительные программы, и туры выходного дня, и недельно-оздоровительные туры. Но считается золотым как бы стандартом срок пребывания в санатории 18 дней. Но лучше всего о высоком статусе этой белорусской здравницы говорят отзывы постоянных клиентов. Мы по жизни побывали и во Владивостоке, и в Крыму, и на Кавказе, во многих санаториях. А вот последние 6 лет мы приезжаем только сюда. Только сюда. Очень любим этот санаторий. Какая-то особенная атмосфера. Ну, совершенно особенная, теплая. Ну и, конечно же, великолепный персонал. Прям сердечный, грамотный. Все, что они делают, делают ради нас. Приедем еще раз, и еще раз, и еще раз. Так что если вы хотите поправить здоровье, отлично отдохнуть и получить заряд положительных эмоций на долгое время, вас ждут в санатории имени Ленина.